Я реально не понял. Я 6% прошел самого сложного уровня, но он вообще пока не... Ну, типа, он сложный, но... Это точно он? 10%! Так, ну вот... Так он не сложный, это не он! Это легкотня какая-то, чего? Кстати, будет везде... Почему-то везде... Ну, я понимаю, но это какая-то... На минималочках, по-моему. Хотя бы так, подождите, пока я нашел, хотя, наверное, это не то. Так. Ебать. Так, вот. Так, здесь, здесь. Ага, вот оно, вот это. Потом вот это. Ну, так, в принципе, это же все можно заучить, нет? А почему такое упрощенное, типа? 23% уже. Он реально... Ебать! Ебать! Чего?! Это еще причем упрощенные текстуры. Чего? Я понял. Нет, все хорошо. Ладно, я беру свои слова обратно. Поначалу все просто начиналось красиво. Ебать, там просто куча мест, где нужно на тоненького все это пройти. Ебануться, это же нереально. Так, и потом опять упрощение. Нет, ну на самом деле в Bloodbath там просто постоянно эти элементы. Ебать, это что такое сейчас? Пиздец. Блять, а как там пролетать? Это, наверное, вот из-за этого, да, он считается таким сложным? Охуеть. Бля, если бы это оттуда нашел, я бы, конечно, охуел еще, наверное, сильнее, но... Блин. Блин, жалко, что это не с упрощенными текстурами никак вообще, то есть не посмотреть получается. Вот опять же, вот этот трек. Но опять, наверное, здесь будет сейчас что-то не то, да? Так. Че, doesn't work restart? Я не хочу рестарт. Подожди, ну можно? Вот в таком это смотрится интереснее просто. А, ну окей, окей, допустим, подожди, может быть, хотя, блядь, ну тут упрощенный вариант, он там перелетел как-то. Так, блядь, какая-то дичь просто, это просто дичь. Ебануться. То есть вот это вот, да, мы сейчас представляем, что это нужно все облетать. Это нужно все облетать. Так, подожди, это реально так просто здесь идет? Как это вообще, как возможно? Пиздец! Вот это дичь! Это там это вот так вот, мы только что видели. Ебать, он жуткий такой, да, уровень? Пизда, просто пизда. Это разъем, блядь. Нет, это какая-то... Это пиздец, как это можно пройти? Это вот это вот каждый раз, вот это вот. Вот это лаврирую, да не лы... Так, ладно, короче, пацаны, ладно, посмотрел. Ну, зато, так-то, да, если шо, как бы. Если Slaughterhouse, то получается 20... Где там мои проценты? Почему 2%? А, вот, 2% это в нормал моде. 20% практис. Экстрим демон, на секундочку. Санек Булкин, как бы. Вот этот пальчик. Я понимаю, что до самого пиздеца я не дошел, но, блядь. Охуеть, это самый сложный уровень. Хотя Bloodbath, вот поначалу, он просто кажется сложнее, наверное, потому что там в начале сразу пиздец происходит, а здесь как бы так нужно еще даже мне пройти, если очень сильно постараться. Но дальше, как там вот эти расстояния удерживать несколько раз, там вот это вот стрелочка потом. Это жестко. Я не знаю, это очень жестко.